Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика «Игры до 50 рублей». Итак, в этом и в следующем, скорее всего, выпуске мы продолжаем с вами проходить игрулю под названием Metal Commando. Ставим лайк и погнали! Итак, второй акт, Mutant Love, какая-то... о чем я и говорил, помните, тогда я говорил, то, что здесь будет, по-любому, будет какие-то мутанты, либо инопланетяне. Ну окей, ладно, погнали. Так, мы там УЗИшку, по-моему, с вами подкачали. Так, окей, одна бомба у меня, так, это я экипирую. Погнали, экипирую, окей. Так, я забыл, как там стрелять. Так, это стрелять, это граната. Одна граната была, и я ее истратил, короче. Окей, погнали. Ёпти мать, что это было? А, это снайпер, типа. Хрена себе, так громко. Погнали. Танки. Это не другое оружие, это уже. Ври ты! Ай-яй-яй! А чё не прыгнул? По-любому какие-нибудь зомби. Раз лаборатория, значит по-любому зомби. Без них никак. А, вот тут, короче, подходишь и этой ракеты, у ракеты. Ножом, короче, режешь. Понятно. Так, присасывай мне монету, присасывай. Давай. Ой, это что такое? Ты видел, да? Ты видел? Так, мы говорили, что звук, я не знаю. Я почти на минимум поставил звук, но не знаю. Это... снайперка очень громко фигачит. Значит, будет, я не знаю. Будет перебивать, не будет. Вы писали, что иногда перебивает звук. Ух ты, гранаты кидается, смотри. Ля какой. Так. Next Mission, конечно. Конечно, Next Mission. Здесь, по-моему, сколько будет этих, погоди-ка, 2,2, также 2,8, да, также 2,8, окей. Допустим. Также 2,8. Так, экипировано. Все экипировано. Погнали. О, нормально, танки в лаборатории. Могли бы, не знаю, как этот труп Уэллера поставить. Вот этот, вот, более правдоподобно было. Что это такое? Смотри. У меня жизнь не любит. Это за штука? Зеленый огонь какой. Что-то я не могу понять.
эти штуки взрываются, что ли? Посмотри, вот это что такое? Зеленый огонь, что я могу понять. Гляди, а он мне это снимает. А, он снимает мне жизнь. Равно какие-то выстрелы вот эти части. Особенно вот этот вот снайпер. Не, на сложном здесь бы, наверное, хардкора много было бы. Ну, в плане того, что я погибал бы, наверное, много раз. Вот. Но на сложном не будем проходить. Так, пробежимся чисто по сюжету, по кампании, короче, да? Всего три этих... реактор. Нормально. Чисто расслабиться. У нас есть другие игры, которые нас хардкорят, поэтому этот хардкор чисто для расслабончиков. Что-то перестали попадаться, да, лучше. Погоди, они, у них тоже есть шкала жизни, что ли, у этих? Погоди. Да, у нее тоже есть шкала жизни, получается. Смотри, я по ней. Вот я по ней попадаю. Интересно, легкий пляж. Давайте вылазь. А, мне надо было залезть. Смотри. А, погоди. Возможно, это чел, короче, в каком-нибудь невидимом костюме сальт. Типа. Будет типа с каким-то наподобие что-то огнемета. Да? То, что видел, шкала где-то немного в стороне появляется, когда я попадаю. Вот смотри, сейчас заметь. Видишь? Точняк. Видишь, это разработка, значит, наверное. А где босс? Я хочу босса. Я уже хочу босса, да в смысле, а чё ты? Зависло, что ли? Прикинь. А игруха-то зависла. Так, окей, пришлось, короче, перезагрузить игру. Вот, какой-то баг получается, наверное, скорее всего. Окей, погнали. Миссия с боссом. Я, кстати, короче, сейчас это настройка слазил, заметил то, что по новой мне пришлось сбросить, короче, настройку штука, и по новой мне пришлось, короче, настраивать. Вот, и заметил то, что двигатель, блок звуковых эффектов, не меняется ничего. Я двигаю этот блок, и ничего не меняется. Музыка меняется, эффекты нифига не меняются. Вот. Поэтому надеюсь, сильно перебивать не буду. Окей.
удары ножом, они, в принципе, как бы ваншот. Ну, если я удар ножом делаю, то это, в принципе, как ваншот. Но для этого надо легко проходить. Видно, да? Кстати, это миссия уже спорта. Надо бы купить гранаты, наверное, да, это на всякий пожар. Видишь, что мы, смотри, ножом, ножом пирожки. Вот такой. Давно оружие не попадало. Это печально. Потому что покупать, сами видели, да, цены. Покупать оружие здесь. Отлично, босс. Прикольно. А это как какой-то. Что он делает? Ты что делаешь, Он по мне даже не попадает. Такое ощущение, да, что игруха немного недоработанная. Либо это на нормале такой. Видишь, он что-то пытает. А, смотри, у него. Сука. Он стреляет. Смотри, стреляет, но у него выстрелы идут куда-то в противоположную сторону. Нормально, да? Окей. Ну да, походу игруха немножко недоработанная. Ну ладно. Будем считать это баг. Баги игры. Когда, наверное, разрабы писали скрипты, немножко что-то не то написали. Давай, дох. Причем в этом в первом акте было совсем все хорошо. Начинается второго. Я боюсь представить, что будет в третьем акте. Окей, давай, следующая миссия. Погнали. Следующий миссион. Так, экипирован. Окей, погнали. Кстати, я не удивлюсь, если вот эти вот типа с огнеметом, Ай-яй-яй. Вот эти вот, которые типа с огнеметом, зеленые, они просто тупо не прорисованы. Я не удивлюсь. Вот это вот детище стоит в стиме всего, ну, около 50 рублей, там, рублей 20 я покупал. Так, в то время, когда я покупал, я ни одного не убил. Прикол. Вот это прикол. Отлично. Так, это какой у нас? Четвертый, да, получается? Был четвертый уровень, да? Так, шесть. Ну окей. Шестой, потом седьмой, потом восьмой. Нормально.
Так, а давай-ка что-нибудь еще попробуем купить. Так, это что такое? Я все деньги потратил. Ой, ёпти. Вот эти вот провалы, короче. Вниз. Иногда бывает просто настолько неожиданно. Капец. Что такое вот этот вот... Либо, может, он что-то удваивает, не знаю, этот кубик. Так. Ну, давай посмотрим, что можно еще купить. Испробовать. Так, а, у меня 32 тысячи. Я додумал. Так, гранату давай купим, да? Одну. Аптечки, я не знаю, зачем они. Вот это давай. Посмотрим, что это такое. Увеличивает на 30% чего-то. Не знаю, может какие-то кнопки здесь нажимать надо, чтобы все активировать. Или просто не проработано активация. Видишь, я оружие перестаю процесс. Видимо, знаешь, рабочих не хватало. Просто хрен. Никаких бонусов, ничего нет. Первый бак открыто появлялся. Знаешь, начало игра идут, начало будет такое интересное. Теперь просто тупо садил, помнишь, это надо задротить, либо я так понял. Да. Это игру. Кстати, за маленькую, да? 20 рублей. Плюс еще тратится внутри нее. Чтобы поиграть, нужно нормально поиграть. Ощутить геймплей. Расслабиться вот так ходить, да? Пострелять еще можно. А на этом, на карте, я думаю, если, конечно, на харде нет вот этого 4000 хп, если оно тоже есть, то, в принципе, без разницы. На харде, на эксперте проходить. Знай хильси и все. По 4000 хп. Ah!
один, и единственное, что хреново, что это... Под этот, под джойстик не заточил. Это потерялось. Окей, следующий у нас финальный. Финальный для второго акта. Миссия с боссом. Окей. Вот там, картинка с первым боссом была. Так, окей. Берем. Погоди, я могу... Три? В смысле три? Три магнита? Ну, я все потемнело, что-то, смотри, такая какая-то дичь. Это опять какой-то баг, наверное. Я еще и плаваю. Жесть. Так, стоп, я перезагружусь. Да, короче, баг на баге я тут в игре. На удочке, короче, я тут. Ну-ка, погоди. Пойдешь у меня на эту, на превьюшку. Так, окей. Там, смотри, водолазы меня кромсают. Кромсают водолазы. А как я могу... А, я могу еще прыгать. Погоди, на них прыгать можно и топить, что ли? Окей. Смотри, водолазы поплыли. Смотри. Оп. Оп. Ну не плевать, у меня бесконечное хп, наверное, получается. Ну можно так сказать, да? Бесконечное хп. Оп. Оп. Единственное то, что, бляха, это оружие мало урона наносит. Оп, оп. Можно даже, знаешь, не... Ой, смотри, он еще и бодает. Можно даже, знаешь, просто в упор встать и ничего не... Все, бабах. Ну да, немножко игруха немножко недоработана. Но я думаю, третий акт мы все-таки с вами еще посмотрим, что там. Может это второй акт такой забагованный. Ну ладно. Окей. С этим с вами разобрались. Со вторым актом. Получается. Вот. Со вторым актом. Разобрались, в чем мы можем купить или улучшить. Погоди, можем здесь купить? 455. Ничего мы не можем покупать, короче. Гранаты. Только УЗИ, короче, наверное. Апгрейдить. Давай. Апгрейдили, короче, почти на полностью. Окей, и на этом закончим. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.